Друзья, ну сегодня мы с вами идем на прогулку. Так костюмировано, странно, да нельзя. Да как-то прохладно, а голову тоже надо прикрывать, потому что и вирус с одной стороны, чтобы на волосы ничего не попадало. Вон, видите, что по трассе шумно. О. Итак, вы на моем канале, который называется «Я живу в Крыму». И меня зовут Евгения. Редкий случай, что я вышла. Так я, в общем-то, сижу дома, никуда стараюсь не ходить. Ну, много не буду говорить. Сейчас покажу вам дорогу. Мы идем в наш хозяйственный магазин по делам. Просто у нас настолько живописно, что хочется показать вам. Но сегодня пасмурно, все вот белесое такое, видите, небо какое. Вот, но тем не менее. Чем-то с вами поделиться, показать вам. Все равно природа всегда красива. Теперь я перевожу сейчас камеру в сторону моря. Тоже сегодня все за деревьями. Сейчас вот выйдем. Вот. Ну, вот видите море, как сегодня выглядит. Все такое белесое, потому что нет солнышка. Шиповник цветет у нас. Это очень красиво. У меня под окном. Где моя мастерская, это уже цветет шиповник. Вот так вот видит море. Вот это место называется внизу, вон там, пляж Черный Бугор. Мы с вами пойдем туда на прогулку, я как-нибудь расскажу, подробно сниму. Большой красивый пляж. Ну вот так вот природа. Сейчас еще впереди будут красивые деревья, ландшафты. Все равно даже вот идешь просто вдоль трассы. И посмотрите, как красиво. Сейчас вот эти пройдем, стеллы. Тут заправочная станция. Вот видите, как красиво. Природа, конечно, у нас очень красивая. Вот здесь тоже замечательный вид. Конечно, когда яркое солнце, все это еще краше выглядит. Вот такой вот вид. Вот еще немножко, да, панорамы. Чуть-чуть. Растительность, конечно, буйный цвет, все это кипарисы, это очень красиво. Тоже въезд в Алупку, только в нижнюю Алупку. А там вдали какая-то баржа, ну-ка сейчас я посмотрю, увижу, я только чуть-чуть поднимусь, не видно. Ближе не могу, не приближаю. Называется молочай. Я как-то садила в саду у себя. Такое место было, где не очень-то все растет. Ну, и у меня почему-то... Он, кстати, очень засухоустойчивый. Вот такой красивый. Клевер. Яркий какой-то в этом году очень. Так, ну вот, друзья, мы повернули. Вот поворот здесь. Это дорога с Ялты на Алупку. А мы пришли вот со стороны вот отсюда. И здесь поворот. Сейчас, я думаю, может быть, немножко спокойнее будет, потому что шумят машины, конечно. Вот это наши высотные дома. Наш дом находится. Сейчас я попробую показать. Где-то вот здесь чуть повыше. Вот в этом районе, вот здесь наши маленькие... Вон крыши. Это наши маленькие домики. Ну, где-то вот в этом районе выше сюда высотных домов. Вот, а это очень красивый вид, всегда красивый. Вот это миндаль, который я снимала. Посмотрите-ка уже, какие большие висят орешки. Сейчас, я не знаю, вот видно. Конечно, резкость не будет такая, но... А черные вот это плоды, это прошлогодний миндаль. Здесь, конечно, никто его не собирает, он дикий. Он красиво цветет. Весной ходила, снимала для вас. Посмотрите вот на этот океан зелени. Цвет-то какой, боже, красота. Невозможно просто. Ну вот эта панорама. Мы здесь живем, ходим пешком. У нас даже машина, но мы ходим пешком. Стараемся, вот если мы идем в этот хозяйственный магазин, стараемся пройти пешком, потому что очень красивые ландшафты. И каждое время года, даже не то, что время года, а каждый наш поход в течение лета постоянно меняется. Ну вот, картинка меняется. Это вот дубы, дубки крымские.
Тоже посмотрите, какая у них удивительная кора, такие мхи и лишайники. Посмотрите, на моем канале есть маленький ролик мхи и лишайники зимней алупки. Вот люблю до без ума вот это на стволах. Какие-то наросты, какие-то удивительного цвета совершенно зимой. Это сейчас все исчезло. Потому что вот эти мхи и лишайники, это чисто, ну, зимнее такое, конечно, в зимнее время появляются такие удивительные формы жизни на растениях. Ну, на деревьях, на стволах в основном, но и на земле тоже. Так что вот ролик такой есть. Заходите на мой канал, смотрите. Там много о природе, о крымской, о красивых ландшафтах. Ну, сегодня, конечно, погода, сами видите, вот немножко. Просто нам нужно сегодня было сходить прогуляться. Дождя нет. Вот эта аллея очень красивая. Я смотрю, так вот эти кипарисы. Конечно, удивительные, самые поэтичные растения, наверное, на южном берегу. Таинственные. Вот это такой у нас лес. Алупка. Флаг Крыма, флаг России. Смотрим сюда. Нет, это, наверное, герб Алупки. Да, я вот не знаю, сейчас видно будет. Дальше южная столица. Вот. И вот еще такой герб. Вот сейчас я вам покажу еще панораму, немножко отошла. Ну, вот здесь в основном море, конечно, смотрите, вот эти высотные дома, мы чуть выше них живем, наш дом. И вот тут такая панорама. Сегодня, конечно, цветовая гамма не очень. Так, быстренько, тут трубы некрасивые, сейчас постараемся снять, чтобы было красиво. Ну, вот. Посмотрите, на моем канале есть цветение, когда цветет миндаль. Вот этот же самый район, эта же самая дорога, когда цвели миндальные и вишневые деревья. Вот этот вот бугор очень красивый, очень такой романтический. Всегда, вот когда я только переехала, всегда на него смотрела, думаю, когда-нибудь туда сходить. И почему-то я там ни разу не была. Надо, наверное, как-нибудь путешествие туда организовать. Что за шум там? Да. Так, здесь смотрим. Ну, вот здесь этот у нас зеленый бугор-то вот здесь ведь, да? Да. Вот здесь вот пляж внизу. В принципе, это все в шаговой доступности. Здесь вот такой красивый квартал европейский, там внизу зеленые крыши. Такое вот строится. Все там санатории и гостевые дома. Совсем чуть-чуть для вас еще растительности. Я вообще на этом деле, конечно, у меня пунктик. Я не могу пройти мимо ни одного растения. Для меня это просто какая-то сказка, чудо. Каждое, не знаю, каждый василек, каждый колосок. Но вот эти очень мне нравятся. Надо в сад, что ли, их посадить. Такие, какие-то типа клей. Друзья, сейчас пройдет машина, вот шумно прямо. Вот это и есть дроки. Меня уже спрашивали, цветут ли дроки. Дело в том, что сейчас немножко все серое, освещение сегодня такое. Они очень ярко-желтого цвета, просто удивительные. Это дикое растение, ядовитое, кстати, считается. Ну, их очень много. Это первое, что я увидела, когда прилетела в Крым вообще вот 24 года назад. И нас везли по машине вдоль обочин всех дорог. Вот эти сплошные дроки желтые. Это июнь обычно. Ну вот сейчас как-то немножко пораньше. Вот в июне они долго цветут, целый месяц. Вот шла мимо и увидела, вот посмотрите, как переплелись эти стволы деревьев. Удивительно, правда? Это три дерева. Вот они вот так растут дальше. Здесь вот просто какая-то... Я туда не могу, потому что здесь нависает скала. Вот это не скала, что-то тут нависает, оно может обрушиться. Ну, вот так отсюда хорошо видно, да? Вот такая выразительная композиция скульптурная. Вот посмотрите, какая сосна. Боже мой, какая красивая. Вот прямо иду мимо, вот только отошла от предыдущих, от предыдущих стволов, и вот... Вот куда ни кинешь взор, везде вот чудеса, чудеса природы. Ну и там дальше тот бугор знаменитый, который я никак посетить не могу. Поблизости, а тут вдали всегда шиповник.
У нас, конечно, очень много шиповника везде, в каждом уголке. Ну вот уже, видите, опадает у меня под окном. Надо тоже выйти, будет снять. Вот такая красота. Очень нежный. Цвет какой, извините. Так, ну вот эта акация не моя, это соседская. Вот такая красота. Я из окна ее вижу, вот показывала уже. Ну вот решила, думаю, надо как-то подойти, снять поближе. Чудеса вот эти у нас. Она бывает белая акация. Белая акация, грозди душистые. Ну вот у нас у соседей такая вот желтая, красивая очень. Я немножко против солнца, не знаю, как у меня это получится. Сама плохо вижу вот сейчас. Ну вот как-то я время неудачно выбрала, видимо. Ну вот такая красота. Ну вот, друзья, спасибо, что были со мной до конца. Прогулка наша завершена. Буду снимать для вас новые видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, включайте колокольчик, чтобы узнавать о новых видео. И всегда ваша Евгения. До новых встреч!